Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня у нас следующий замер, очередной замер каждую пятницу, который мы проводим с нашей моделью Танечки. Для тех, кто только присоединился, напоминаю, я Ольга Мира, показываю вам, что происходит внутри курса «Лучшая версия моего тела». И наша модель Таня согласилась показать, как это происходит, процесс построения, похудения. Я не люблю слово, а вот построение – это как раз для нас, девочек. Так вот, сегодня шестой замер. У нас Танечка набрала за прошлую неделю, ну, там что-то набрала сколько-то. Сегодня мы посмотрим, как это произошло у нее через неделю, потому что бывает момент такой, девочки, обязательно бывает момент, когда тело встает, особенно когда прыжок такой совершается, встроенное тело. Например, быстро кто сбрасывает там до 3 кг в течение 3-4 недель, то тело потом притормаживает. И это нормальный, естественный процесс. Это обязательный процесс, чтобы стабилизация выровнялась, гармонизировался наш гормональный фон, то есть пришел в баланс, подстройка. Вот сейчас посмотрим, что Таня нам даст, выдала сегодня. Талия. Танечкина талия. В прошлый раз, когда она сколько была? 90. 90. Вот. Сейчас она у нас 87,5. Все увидели? Дальше, выше. В прошлый раз сколько было, Танечка, у тебя? 92. 94 здесь было. 94? Ну, ладно, посмотрим, сколько. 88. Там с небольшим. 88. Вот здесь 92 было, а там 94. Вот ну, так. Давай ниже. Вот. Здесь, да. Здесь сколько было? 94. 94. Здесь... 89, даже 90 нет. Вот даже плюс половинку можно прибавить. Ну, так, дальше 100, смотрим. 101. 101. Смотрим, на каком месте? На том же самом? Угу, да, вот. Тоже пошло, тело начинает опять уменьшаться. 90, вот сколько? 99, 98,5. Танечка, давай ноги твои, дорогая моя. 53. 53 были. Да, обе ноги были в прошлом 53. На сантиметр ушло 52. Видите? Дальше. Да, стабильно уходит. Видите? И тут тоже. Ну, тут маленько меньше. Тут 52. Ой, тут 53. И половина. На левую ногу обратите внимание. Так, угу. Дальше. Грудь. Грудь мы забыли. Грудь мы не хотим, чтобы она уходила. 104. 104. А, Танечка, 105. Значит, пошла в грудь то, что я делала. Ну, да, я старалась. Да. Они у меня проходят. А мне проходит у меня тетоисцеление, поэтому я запускаю процесс, чтобы... По 30, да. Чтобы у человека, у женщины не... В каком месте мы живем? Вот здесь? Угу. Чтобы у женщины грудь не уходила. Сколько у тебя было? 30. Ну, оно так и есть. Сейчас, я думаю, что руки не будут сейчас пока стройнеть. Их надо подтягивать. Сейчас нужно руки подтягивать. Именно той техникой, которую я даю. Угу. Что тут? Тоже 30. 35 было? 30. Где-то мы... 35. Не вот, на том месте, вот тут, да? Угу. Нет, 31. 32. Ну, так и было, так и да. Угу. Я думаю, что сейчас именно руки не будут стройнеть. Они руки через месяц подтянутся, когда ты будешь заниматься именно той практикой, которую я вам в чат рабочий кинула. Вставай на весы, дорогая. И мы зафиксируем, сколько у нее? 68,8. А сколько было? 77. Молодец, Танечка.
все увидели, что процессы запустились дальше, что переживать совершенно не стоит, когда вес фиксируется на какой-то промежуток времени. Более того, у некоторых людей, например, через какое-то время, промежуток, может через полгода, встать мне вес, это тоже хорошо. Девочки, встать, остановить вес на одной точке, это тоже очень хорошо. Почему-то некоторые думают, что это плохо. Но это очень хорошо, держать свой вес. Я больше 15 лет держу один и тот же вес. Понимаете? И это тоже, это мастерство. Поэтому обратите на этот факт внимание. Ну а мы дальше будем следить, как у нас будет в стране Танечка к Новому году, как она будет подтягивать свое тело. Сейчас у нее будет лучше подтягиваться, сейчас мы будем видеть это, как она будет стройнеть. Потому что мы с 1 декабря уже начинается второй курс. Второй курс называется, который входит в этот же курс, это «Вечная молодость лица». Теперь мы будем следить за ее еще лицом. Я ее уже сфотографировала и в фас, и в профиль. И все вы будете наблюдать, как наша Таня хорошеет. Ну вот, всего вам доброго и светлого. С вами была я, Ольга Мира. Подписывайтесь на мой аккаунт, подписывайтесь на мой канал YouTube, где вы будете получать из первых рук, без искажений, всю информацию о молодости и красоте от эксперта по естественному омоложению. Пока-пока!